купался себе на пляже. Помнишь, как я нырял тоже волнами? Да. Ясно. Мама красивая, смотри какая. Это мама с лапешками. Дети для нее это самое сладкое. Вот такой новосибирский зоопарк. Классный. Шары тащит, не видишь? Прет. Бросил. Ой, что-то у вас. Ой. Да. Тащит. Ничего себе. Ой-ой-ой. Они ж тяжелые там вообще. От земли не поднять, она тащит. Ой-ой-ой. Я от земли их поднять не могла. Она. Тащит. Все. Папаша с той стороны. Зачем говоришь? Папа умер. Папа с той стороны сидит. Как это он может умереть? А почему? Да потому что отдельно сидят, потому что медвежат раздерет. Пауза сочиняет. Thank you.
видно. Канистру. Это канистру, тацли. Они туда и там были, так, с мячиков с красным играли вообще. Когда вообще? Опа! Лейки интереснее, чем мячик. Мячик неудобно держать, а лейки удобно. Нет, они там тоже мячик с ушками красным. Ну вон он там все. Ну он, говорит, там лежит. Им больше лечить нравится. Болеек нет, так они с мячиком играют. Там, с той стороны, этот родитель. Мне кажется, его опять сейчас называется будет. Потом третий он же, по-моему. Четвертый. Да? Да. Мама отдыхает от детей. Ага. Она долго заботится. Конечно. Она и сейчас заботится. Они начинают ругаться, она бежит к ним, разнимать их. Летают, летают. Настоящая белка и стрелка летают. Летают. Типа кофе это лежать сейчас под водой, на него нападет. Так, где этот медведь? О, вон он! Они кувыркаются. Ага. Это там. Смотри, снег.